Сейчас приступаем к созданию грида. Нажимаем на красную кнопку. Открывается вкладка, в которой выбираем тип грида Student ID. Перед этим, конечно же, нам нужно будет ввести название грида. Нажимаем на вкладку Name Your Grid, которая вы уже пишете на любом языке название данного грида. В данном случае название нашего грида будет задание номер один. Это для примера. Выбираем Student ID и нажимаем Next. Переходим к следующим настройкам, в которых вам нужно уже ввести э, фамилии и имена ваших учащихся. В данном случае, как вариант, вы можете э, написать в первой вкладке имя ученика, э, во второй строчке первую букву его фамилии, в третьей уже будет сформирован автоматический пароль, который впоследствии вы можете отредактировать. Добавим второго ученика. Нажимаем Next. И мы видим, что у нас появились а, двое часики и пароли автоматически сгенерировались. Каждый пароль можно распечатать и отправить ученика, но впоследствии мы можем его отредактировать, так что не переживайте. Теперь приступим к редактированию грида и к редактированию топика. Это очень важно. Начнем редактирование грида. В настройках грида мы видим название грида, мы видим тип грида, мы видим настройки. В настройках, пожалуйста, включите все предложенные возможности, чтобы было более продуктивно работа учащихся. И как вариант можно сделать русский язык. Настройках выбрать. Далее можете выбрать свою картинку с рабочего стола компьютера, либо из предложенных вариантов, что я делаю сейчас, чтобы изменить ее. И сейчас подтверждаю изменение грида. Теперь мы переходим к изменению э, топика, к редактированию настроек топика, темы которые предлагаете. Здесь вы можете изменить название топика. Не welcome, а, например, знакомство. В принципе, данный топик появляется во всех гридах автоматически. Его, их можно удалять, эти топики, если они вам не нужны. Далее вы редактируете на любом удобном вам языке задание, которое нужно. Выбираете время, за которое учащиеся должны записать свой видеоответ. Далее можно отметить топик-тип, ну, то есть такие как хэштеги, коротенькие слова, по которым можно было понять, о чем данный топик. Далее статус топика должен быть обязательно активный, иначе учащиеся его не увидят. Разрешите создавать ответы, а в настройках видео. Выберите уже варианты, либо это селфи, видео, либо только селфи, либо только видео, либо вообще ничего. Позвольте вашим учащимся редактировать видео, перезаписывать, добавлять ссылки. Обязательно поставьте, чтобы возможность им лайки ставить. И обязательно обновите настройки. Вот таким образом мы с вами э, изменили настройки грида и изменили настройки топика. Сейчас учащиеся могут уже пройти по ссылке и записать свои ответы.